Привет всем, дорогие мои подписчики, зрители Ютуба. Сегодня я вам хочу показать подарочек, который я забрала в магазине Yves Rocher, в итальянском магазине Yves Rocher. В сентябре у меня день рождения, и, значит, по почте я получила поздравление от марки Yves Rocher. Вот такую вот рекламку мне прислали по почте от марки Yves Rocher. Поздравляет меня с днем рождения. Buon compleanno. На другой стороне мне предлагают подарочек. Вот этот и вот этот. Сейчас я пойду забирать вот этот. И на другой стороне этой рекламки там мне предложили подарок, скажем так, колье бесплатно и подарочек, сюрприз за деньги. Я выбрала колье бесплатно. Вот это колье в таком вот мешочке. Когда я пришла в магазин и уже я хотела забирать это колье, там была старая продавщица, та, которая мне не нравится. Но она, во всяком случае, мне предложила подарок-сюрприз. То есть она сразу открыто мне сказала, хочешь взять крем для тела или же колье. Я спросила, какой запах имеет крем для тела. Она говорит, запах розы. Ну, если честно, роза мне нравится, но я так, скажем так, не нравится мне покупать, когда ее смена. Я отказалась, говорю, что мне не нравится запах розы. Я выбираю колье. Вот это вот колье, девочки. Сейчас мы будем открывать. И в моем предыдущем видео вы видели, что я... ничего не покупала практически целых полгода, то есть с месяца февраля я ничего не покупала в этом магазине. И все равно мне прислали поздравление, предложили мне подарочек, да, я ничего не покупала, это действительно бесплатно. Поэтому, а тот, кто не видел моего предыдущего видео, то хочу сказать, что являюсь я клиентом магазина Yves Rocher здесь в Италии. В прошлом году, в 2013 году, я там много чего покупала, и мне тоже предложили бесплатно в подарок вот такую вот колье, кулана, хотела сказать на итальянском языке. Вот такое вот колье, вот это старый мешочек, он у меня до сих пор лежит. Я даже его не носила, это колье даже не носила. Вот, новое колье, еще запечатанное, да? Так вот, мораль этой сказки, что даже если я трачу много денег, покупаю у них много продуктов, мне все равно предлагают тоже колье. И даже если я ничего не тратила, мне все равно предлагают колье. Мораль этой сказки какая? Тратишь ты 5 евро, тратишь ты 100 евро, подарок один и тот же. Так что сами судите. И сейчас я вам хочу показать это колье. Девочки, открываю при вас. Открываю при вас и покажу мое колье. Красивое.
сказать, пластмасса, простое колено, но красивое. Вот, если я его одену на шею, да, обычное колье, вот это колье в этом году мне подарили. Сейчас я вам открою мешочек, может быть кто-то не видел моего старого видео, да, я вам покажу. Вот это вот старенькое колье, видите какое, и новое. Это колье 2014 года, а это колье 2013 года. Здесь я много потратила денег в магазине Круше, а здесь практически мало, очень мало. Все равно я имею колье. Но все равно приятно. Я могла это колье не забирать, мне ее как бы и не надо. Просто забрала специально для того, чтобы снять видео и сделать вот такое вот сравнение с моим старым видео. И вот так порассуждать вместе с вами. То есть вот видите, как все получается. Вот так вот. Ну, во всяком случае, спасибо. И еще что я хотела вам показать и рассказать. Когда я покупала что-то в магазине Круше, мне никогда не оставляли пробники. А вот сегодня я ничего не купила, только забрала колье. И мне даже ставили пробник, вы понимаете, вот. Мне оставили пробник нового аромата, который выйдет в октябре 2014 года. Вот такой вот аромат. Я уже попробовала, я уже нанесла его на мое запястье. Это роза Дамашена. Красивый запах, сразу скажу, я никогда не покупала ароматы от Yves Rocher, но в этом случае я похвалю этот аромат. По крайней мере, на моей коже раскрылся прекрасно этот аромат. И потом как-то через 15 минут такой красивый звонкий запах был, потом этот звонкий запах ушел. И вот это есть какая-то нотка, которая мне очень сильно нравится. Такая нотка присутствует в моем любимом аромате от Terry Muller Allen. И вот здесь я замечаю эту нотку. Меня просто поразило вот такое вот сходство. И что ж, присмотритесь, я, может быть, и прикуплю себе вот этот аромат, честно, просто для интереса. Я думаю, что все-таки у меня там открыточки, они со скидочками все-таки будут, и я его себе просто для интереса куплю. А если уж разочаруюсь попозже, ну, сестре отдам, потом мне бутылочка даст, так как я коллекционирую, и будет коллекция, скажем так, хотя бы один аромат от марки Круше. Так что, девочки, из всего негатива всегда есть какой-то позитив. Поэтому я рассмотрела даже позитивно сегодня, несмотря на то, что мне не нравится продавец. Есть какой-то позитив. Вот я открыла для себя новинку. Новый аромат от марки Yves Rocher. Присмотритесь. Вот. И на этой нотке, на такой прекрасной ноте, ароматной нотке, я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока.